Всем привет, друзья! С вами Кайкс на Рубзи и добро пожаловать в Бабл Квас! Да, ребят, я сюда не заходил уже 100 лет, потому что в Бравл Старсе сейчас нет ничего интересного. Я решил посмотреть, что же поменялось, какие обновления вышли в Бабл Квасе, потому что раньше вы просто обожали эту игру. Кстати, напишите в комментариях, играете ли вы до сих пор в Бабл Квас или вообще заходите. А также, ребят, напомню, что для меня сейчас главная мотивация — это ваши лайки, поддержка, подписки, ребята, а также нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Смотрите, у нас с вами 144 бойца? Вы чё, издеваетесь? У нас, получается, было раньше 98 бойцов, добавилось еще больше 50, ну или примерно 50 бойцов. Просто офигеть, ребята! Да, если вы не знали, то в Бабл Квасе есть даже Бабл Квасер, это Робзи, вот он, ребята, эпический Бабл Квасер. Так, что у нас еще появилось? Какие у нас Бабл Квасеры появились? Легендарочки новые, нифига себе, здесь появились хроматические, я должен это получить. Так, Бабл Квас, это точнее путь Бабл Пасу, я здесь, по идее, все забирал, слава Бебру, все здесь забирал. Так, в магазине классический ящик номер 2, Fortnite или Баби Джи, рандомный ящик. О, ящик из Майнкрафта, вы серьезно? Шакальный ящик, ящик анонимусов, ящик Данжен Мастера, манки ящик, 2 ютуберские ящика, кстати, я нахожусь во втором. Мега ящик и, как всегда, акция самая выгодная в мире, подарочный код, супер крутая акция. Бизнес, ребята. Так, по идее, все эти скины у меня куплены. И, значит, мы с вами что делаем? У меня есть 2500 гемов. Я хочу посмотреть, какие у нас, получается, бабл-квасеры здесь выпадают. Так, монеты и... сразу эпический хлеб. Жалко, что не бородинский, кстати, ребята. Не бородинский, уже 6 из 10. Смогу ли я сегодня выбить всех бабл-квасеров за одну серию? Так, а теперь, если не ошибаюсь, у нас больше нет повторных бабл-квасеров. Вместо этого нам выпадают гемасики, если бабл-квасер не выпал. Это хорошо. Это хорошо, Оу! Оу! Широкий! Монохроматический! Somebody! Дальше сами продолжайте. Так, слушайте, мы выбили первого хроматического, точнее, монохроматического бабл-квасера или бравлера. Кстати, фон у нас мерцает. Это офигенно. 7 из 10. Ну-ка посмотрим, что еще. Давайте, я быстро буду открывать, потому что у нас с вами много бабл-квасера не хватает. Практически 50 штук. 50 штук нам не хватает. Нужно, по идее, открыть всех бабл-квасеров или бравл-старсеров или бабл-квасер... Кстати, напишите, бойцов бабл-квасеров. Вы кто? Я бабл-квасер, а вы тоже, да? Это что? Портал в рай легендарный! В главный скам десятилетия. Портал в рай, ребят. Это знаете что? Это как портал в ад, только портал в рай. А есть в Майнкрафте портал в рай? Мне кажется, или его нету там вообще. 8 из 10. Мы уже с этого ящика выбили, получается, и монохроматического бабл-квасера. И... блин, баблера. Я уже забыл, как они называются. И Лего уже выбили. Но здесь еще 2 баблера каких-то спрятано. Они сидят и не хотят вылазить. Я хочу посмотреть, кто здесь сидит. Я хочу сделать 10 из 10 в этом ящике. Открываю максимально быстро. Максимально быстро. Гемасики. Опа! Это что? Геометрический куб. Обычный. ГДЗ 7-9 класс. Геометрия дашь. Геометрия дашь, ребята. Мы, кстати, потратили довольно-таки много гемасиков. У нас осталось, правда, 2000. И здесь осталось последний баблер. Вот он! Вот он! Это мышка сосиска! Тут мышка! Да, я тоже видел этот тренд, однако. Ну ладно, извините, пожалуйста. Fortnite или Баби Джи? Кстати, ребят, напишите в комментарии. Fortnite все-таки или Баби Джи? Вот в чем вопрос, понимаете? Это вопрос столетия. Так, давайте. Битва. Битва ящиков и... ЛДЖТК. Обычный РЗР. И я вообще без понятия, что это такое. Если вы знаете, напишите. Я без понятия, что это за вообще мем. Что это за фигня такая. И с чем его надо есть. Так, давайте открываем гемасики. Подожди, где баблеры? Где бабл-квасеры? Я только одного выбил. Почему мне... Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Баби Джи, ребята, все-таки Баби Джи! А вы думали, что? Фортнайте, ребята? Нет, это махроматический. Баби Джон. Баби Джо, может быть, здесь, кстати, есть еще и Fortnite? Мне, кстати, интересно, в этом ящике есть Fortnite или Баби Джи? Но у нас победил Баби Джи, потому что мы его сами выбили первые. Так, это что?
Это Grand Zift Xunlxler Fif Clow Shala. Обычный. Клоуны на опрессоре с... подожди, это у нас GTA 5? Это GTA 5? Это... Я не понял, что там написано было. Там ужасно. Ужасный текст какой-то. Давайте, открываем дальше. 3 из 10 мы здесь открыли. Хорошо, золотишко мне падает. Кстати, здесь золото совсем по-другому. Здесь вышло несколько, я так понимаю, обновлений. Я 100 лет не заходил в это... Опа! Опа, ребята! Fortnite! Легендарный скин с бананом. Кринжовый. Не знаю. Кстати, мы уже выбили. Но Бабби Джи победил. Бабби Джи победил, потому что мы его выбили с вами первым. Первым выбили. У нас с вами 4 из 10 в этом ящике. Давайте мы с вами что, откроем еще, может быть, пятого? Пятого бабля. Кто здесь у нас сидит? Я без понятия, кого сюда добавили. И это у нас PlayStation 5. Эпический. Хуз купишь? У меня, кстати, дома есть PlayStation 5, и я как-то даже разыгрывал для вас. Было у меня стримы, кстати, по PlayStation 5. Ладненько, рандомный ящик. Здесь мы 5 из 10 выбили, здесь у нас 0 из 10. Я хочу вот этот ящик, я хочу кубический ящик из Майнкрафта. Что у нас здесь? Что у нас находится в ящике из Майнкрафта? По-любому какие-то, допустим, криперы, возможно, Стив... Возможно, портал в ад. Кстати, портал рай у нас был в другом ящике. Что у нас здесь? Что это такое? Земля. Обычный. У куба 8 углов. Кстати, сколько углов у куба? Вы знаете, это правда или неправда? И мне кажется, они нас обманывают. Так. Хрюкалка. Обычный. Свинью можно превратить в синозомби, если по ней ударит молния. Кстати, это правда или нет? Вот такого можно сделать, ребята? Я бы поиграл за такого персонажа в Майнкрафте, если бы он такой был. Но это Стив, типа, в виде свинки у нас. Ладно. Открываем дальше. Это что такое? Стив! Легендарный! 4 доски равно верстак. А, это раз... Это развертка Стива, что ли? Блин, мы с вами выбили легендарного Стива с этого ящика. То есть мы сегодня уже выбили сколько? 3 леги? Да, 3 леги, 2 монохроматических бабл-квастера. Что-то леги слишком хорошо мне падают. Это очень удивительно, слишком хорошо падают. Так, нужно еще что-то выбить. Нужно, кстати, в этом ящике, по идее, должен быть монохроматический бабл-квастер или баблер. И он будет как-то связан с Майнкрафтом. Возможно, это будет у нас крипер, кстати. Что вы думаете, какой? Какой здесь? И, ребята, если вы играете в Bubble Quest, напишите, сколько у вас баблеров. Опа! Это лютейшая аватарка. Эпический. Слизни не умеют плавать, а также перемещаются всегда по одной траектории. Если не ошибаюсь, это аватарка Лололошки, да, ребята? Так, открываем дальше. Открываем дальше. Лололошку добавили сюда даже. Нифига себе. Так, открываем ящички. Ну. Давай, 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 давай. Сколько мы сами? Сколько, кстати, здесь у нас выбито? 4 из 10. Надо хотя бы до 5. Хотя бы до 5 дойти и потом пойти в следующий ящик. Потому что это слишком мало. 4 из 10 маловато, ребята, будет. Гематика, кстати. Во! Вот оно! Эндер мужик. Обычный. Первоначально вместо изумруда в игре должны были быть алмазы. Вместо изумрудов? А почему? Почему? А откуда такая информация? Так, рандомный ящик. Я хочу открыть шакальный. Шакальный ящик. О, боже, какое качество у этого ящика. А зачем я открыл анонимуса, если у меня они все из 10 из 10? Так, шакальный. Что у нас в шакальном ящике? Это... Кринж, открытка, легендарный. Ребята, с днем кваса. Всех вас с днем кваса. Реально, сегодня день кваса, потому что я уже давно не снимал бабл квас. Поэтому сегодня... Это, кстати, еще одна лего. Мы из этого ящика, из первого открытия, из первого, мы сразу выпадает лего. Это что за фигня? Здесь легендарки сыпятся лучше, чем остальные. Так, это эпическая. Эпическая популярная личность. Инкогнито. Это про кого? Кстати, я эпическая популярная личность или как? Так, давайте, открываем. Открываем дальше. Шакальный ящик. Ну, нас будет сейчас еще шакалить дальше, ребята. Ну-ка, заскамили, зашакалили, ребята. Так, давай, шакаль. Ну, хватит. Выпадай мне, пожалуйста. Ну, 2 из 10. Ну, там же шанс должен быть. Вот он, ребята, котенок. Обычный, ничего лишнего. Просто пиксельный котенок. Почему ящик-то же шакальный? В чем прикол? Воу! Храбрын, обычный Майнкрафт. Это херабрин, типа, да, ребята? Кто, ребята, из вас хотя бы раз в жизни видел настоящего херабрина? Напишите в комментариях обязательно, кто. Я видел в Майнкрафте херабрина. Нужно было просто скрафтить портал, ребята, в рай, и тогда можно увидеть херабрина. Серьезно, информация сотка, не обманываю. Так, давай открываем дальше шакальный ящик. Сколько у нас здесь? 3? 3 выпало? Подожди, 3, если не... Во! Это чё? Брух обычный. Это, подожди, это у нас креветка или рак какой-то? 5 из 10, кстати. 5 из 10. Воу! Корова сидит обычный. Почему?
Я не знаю, почему корова сидит, ребят. Напишите в комментарии. Рандомный ящик. Так, посмотрим, что рандомного выпадет нам в рандомном ящике. Монеты, гемы, может быть, как... Вот, это что такое? Грамота, эпический путь. Ребята, если вам нужна грамота, пожалуйста, вот берите, пользуйтесь, заполняйте. Пишите, занял первое место по бабл-квасу среди всех районов своей школы. Так... Камень монохроматический, трудно не согласиться. Согласен, ребята, камень, конечно же, монохроматический. Итак, мы с вами не выбили легу только в рандомном ящике. Если не ошибаюсь, остальные леги у нас все уже выбитые. Кстати, это что? Это мыло обычный. Ты, ребята, никогда не роняйте мыло. Если вы не знаете, о чем я говорю, лучше не знать. Не роняйте мыло. Игра нам не соврет. Так, давай, открываем дальше. Я хочу легу. Я хочу легу выбить из этого ящика. Хотел сказать, чего мне не стоило. Так, это легендарка. Карты заряжены. Легендарный. 89%. Так, я хочу проверить. Бойцы. 123 и 144. У нас, получается, остается еще раз, два, три монохроматических бабл-квасера. Легендарки у нас с вами. Ух ты, ем. А, кстати, где взять вот этого? Где взять легендарного? Подожди, в каком ящике он находится? В каком ящике? У нас же все выбито. Подожди, в каком ящике находится вот эта штука? Если вы знаете, напишите, в каком ящике мне нужно его открыть. Потому что у меня же все 10 из 10. Может быть, я что-то пропустил, может быть, я что-то не увидел. Bubble Pass. Может быть, новый Bubble Pass где-то нажать, потому что здесь у меня тоже все забрано. Это катакольд, он у меня забран. Где-то что-то я с вами пропустил, ребята. Вот эту штуку надо будет выбить. У нас еще с вами, получается, не хватает, если мне, скажем, я так умею считать, 21 боец. Давайте посчитаем, 21 боец, правильно? Смотрите, здесь у нас не хватает 4, здесь 5, это сколько? Это я не могу посчитать, ребята. Здесь 4, здесь 4, подожди, 6 и 4, 10, 15, 20, стоп. А где еще один? Где спрятался еще один боец? Я не понимаю, ребят, я реально не понимаю. Где спрятался еще один боец? Так, это что у нас? Бочка, эпическим, даже ее аргументы лучше твоих. Ну, обидно, кстати, было обидненько, получается, выходит, ладно. Откроем еще. У нас, получается, можно выбить 20, но где-то спрятался еще один бабл-квасер. Если вы знаете, в чем фишка и где его найти, напишите в комментариях, что мне нужно сделать, чтобы найти вот того самого 21-го бабл-квасера. Итак, я должен хотя бы еще одного сегодня выбить, ребята. Я просто обязан. Давайте вот, из Майнкрафта. Я знаю, что многие из вас обожают Майнкрафт. Майнкрафт — это жизнь, согласитесь? Так, это... Крпр. Обычные. Любые пауки неуязвимы к зелью отравления. Это правда или нет, ребята? Кто играет в Майнкрафт, ребят, напишите, это правда или нас с вами обманули? Пауки к зелью чего там? Я не запомнил. Короче, к какому-то зелью какие-то пауки, ребят. Давайте открываем рандомный ящик. Нужно рандомного бравлера срочно выбивать. И... выпадай! Да хватит! А сколько у меня, кстати, гемов осталось? Я не обращаю внимания. У меня осталось всего лишь 70 гемов. А зачем я это открыл? Зачем я открыл косичные яски? Давайте Бабиджи еще. Фортнайт или Бабиджи? Опа, чё, ребята? Роблокс, ребята! Кстати, если вы не знали, до сих пор у меня есть второй канал. Там больше, там 325 тысяч подписчиков. И там, ребята, выходит Роблокс каждый день. Если вы до сих пор не знали, обязательно подпишитесь. Называется канал Робзи, только на русском. И каждый день видосики там по Роблоксу выходят. Поэтому, кто любит Роблокс, подписывайтесь, смотрите. Наслаждайтесь. Ребят, важная новость. Возможно, кто-то еще не знал, но Roblox в Твиттере опубликовал такой пост, который разорвал все чаты. Этот пост обсуждают многие популярные роблоксеры и не только. Так вот, 30 февраля в 5 часов вечера по московскому времени. И все. И все, на этом информация закончилась. Так, ребят, мы с вами должны с вами сейчас... не хватает средств. Ребята, закончились деньги. Но у меня есть 7500 монет. Я их обменяю, скорее всего, наверное, в следующей серии. И мы еще, наверное, немножко задонатим с помощью рекламы сюда пару тысяч гемов. И я хочу собрать все бабл-квасеров. Мне сейчас не хватает примерно 18 штук. Но одного пока что я не знаю, где взять. И, скорее всего, это вот это легендарное что-то. Ребят, на этом все. Лайк, подписка, колокольчик. Всем удачи, всех люблю, всем покедово.